идеи. Вот. Но я сейчас придумал еще одно. Спасибо. Вот сейчас показываю и рассказываю. Вот у меня в кармане постоянно. У меня в кармане постоянно два каштана. Когда-то очень давно, только мы с супругой поженились, и у меня случилась травма позвоночника. Сыну было 10 месяцев, супруга таскалась со мной и по бабкам, и по больницам. Толку не было. 3,5 месяца я не ходил. Она оставила сына 80-месячного маме. 8-месячного. Ну, пока закончили, то ему 10 месяцев стало. Я получилась 80-месячного. Не-не-не. Когда закончились мои эпопеи, ему только 10 месяцев стало. Тоже я помню. И таскалась со мной и на грязи, и где угодно. Садись. Ну, выцарапался я, короче. Когда по месту работы... Меня периодически несколько раз в год хватало поясница. Невозможно было. Вот тем, у кого болит поясница, остеохондроз, для тех предназначается сейчас моя история. И однажды я в очередной раз иду, еле-еле не могу, и товарищ говорит, у нас есть семейный рецепт от поясницы. И дед мой, и прадед, как только появились эти каштаны, они так его использовали. И 100% поможет, говорит. Я спрашиваю, какой рецепт? Он говорит, берешь два каштана, кладешь в карманы и носишь неделю, потом выбрасываешь и ставишь через неделю, и ставишь другие, свежие два каштана. Ну, я хмыкнул, подумал, что он насмехается надо мной, потому что он любил разыграть, разработать. Ну, подшутить над человеком. Но оно-то болит. Поэтому я, когда никто не видел, украдкой набрал каштанов, положил в карманы. Ну, нельзя сказать, что сразу эффект. Ну, месяца через полтора у меня перестала болеть поясница. Но я не обратил внимания на каштаны, хотя продолжал их носить. Не думал, что это именно из-за каштана. Думал, само прошло от растираний жены, от уколов. Как он назывался, тот укол? Диклофенак. Диклофенак мне постоянно кололо. Но потом смотрю, год у меня поясница не болит. И вот я постоянно ношу вот так два каштана в кармане, поясница не болит. Если я забываю про них и полгода не ношу, начинает болеть поясница. В чем секрет? Я искал в интернете. Да, каштан там от варикоза, расширение вены, много чего, на нем много препаратов делают, но именно для поясницы. Кому скажу, смеются. Пару человек послушались, им помогает. Так что это ничего не стоит. Попробуйте, может и вам будет помогать. Спасибо.